мы сейчас сделали вот такой подарочек для наших любимых деток. Мы не стали ни больше ничем обертывать, зачем для маленьких наших красоточек. Решили сделать такой подарочек. Если кому захочется посмотреть видео, пишите в директ. Мы вам обязательно скинем ссылочки у YouTube. Теперь мы делаем бантик. Берем атлас. Ленточка атласная. Желтенькая. И начинаем делать бантики. Да? Так вот. Проклеивать не надо? Нет, я сейчас свяжу. Вот. Разделение. Мы сейчас разделим пополам. Я возьму ленточку простую. Потому что мы еще там завяжем, подкрутим. Подкрутим. Да. Отправим сейчас все. Пока наши детки не видят ничего, мы им сказали сюда не заходить, потому что это будет у них сюрприз. У нас двое деток. Что? У них у обоих будет прекрасный сюрприз. А ножницы у нас, конечно, гамма. Все, окей. Мне кажется, ты ничем не удивишь. Наши детки? Что-то, конечно, не верю. Сейчас это, надо мне ножницы хорошие. И ножницы что, хорошие. Что, оба ножницы плохие? Плохие. Сейчас пойду за ножницы. Ножницы возьми хорошие. Я не могу с такими.